Что делает в районе населенных пунктов Георгиевка и Кумачева батальон 76-й воздушно-штурмовой дивизии из Пскова? Что делает в районе населенных пунктов Победа и Григорьевка батальон? Battalion is around 400-500 people. Отдельная воздушно-штурмовая бригада из Ульяновска. Что делает в районе населенного пункта Старобешево батальоны 76-й отдельной моторизованной бригады из Майкопа и 49-й из Ставрополя? Что делают, кроме названных в Украине, армейские подразделения из Волгограда, Калининграда, Костромы, Шилова, Юрги, Алейска, Гусиноозерска, Печенеги, Спутника, Новороссийска, Тулы, Народофоминска и других? В общей сложности больше 8 тысяч. Они там все в отпусках? Как мы неоднократно слышали из пояснений российской стороны. Их семьи об этом знают? Official Russia sending troops. В официальном порядке Россия отвергает информацию о командировании туда военных, а семьи подтверждают это. Уважаемые члены Совета Безопасности, что же это, если не агрессия?